Я Зеркач, лучший в мире сыщик. Я вижу все. Только не называйте меня Шерлоком Холмсом. Это же элементарно. У меня супер удар, ведь я кнок-нокаут. Лучше меня не злить, иначе будет беда. Хай, я резвый Рекс. И мне надо сейчас куда-то бежать, потому что я самый быстрый прилипало. Ну что, уже пока. Я мыслехват. Моя суперспособность — это телепатия, и мне приходится каждый день читать дурацкие мысли других прилипал. Приветик, я сеньорита, и я самая красивая прилипала, ведь это моя суперспособность. Сама иногда удивляюсь, почему я свинья, но очень красивая. Привет, я бригадира, и мой молоток не такой уж обычный. У него есть пробивная сила, а еще и можно почесать голову. Физкульт, привет, я Гантелькин. Я суперсильный только потому, что я всегда ношу гантельки с собой и тренируюсь. Привет, я Пышка-Вспышка, и я известный хакер. Я могу взломать все, что угодно, например, твой компьютер. Я Бобо Болеро. Все говорят, что я толстая, но у меня просто кость широкая. Но зато я могу вызвать землетрясение. Я Шумный Шон. Я умею гипнотизировать. Не стоит смотреть в мои глаза, иначе ты сойдешь с ума. Приветствую, я Ушастик, и моя суперспособность — это контроль времени. Поэтому я так говорю, и надеюсь, вам не надоело слушать меня. Привет, я КТ. Моя суперсила — подражание звукам. Я могу спеть, например, вот так, или же вот так. Наверное, потому что я работал у Киркорова на подпевках. Здравствуйте, я Оракул Октопус, и мой мегамозг способен решать задачи любой сложности. Вам, наверное, этого не суждено осознать, так как у вас мозг намного меньше, чем у меня. Здорово, я Сарделькин. Я могу подкрасться к вам бесшумно и что-нибудь стащить. Я же ведь мистер Бесшумность. Здорово, я мистер Плут, и моя суперсила — ловкость. Иногда я даже сам не понимаю, что я украл, настолько я ловкий. Вот, например, сейчас у меня в руках слиток золота или же кусок сыра. Привет, я Космоёж. Благодаря моему ранцу у меня супер быстрый полет. Кстати, Космоёж я, потому что я летал недавно в космос, но больше не буду. Там нет воздуха. Приветствую, я Алхимик Алмазный Ух. И я могу приготовить, например, яд, кого-нибудь отравить, либо же взрывчатку, и разнести все нафиг. Я Фиалка, мой цветочек умеет усыплять людей. Кстати, когда я не хочу идти спать, я тоже себя усыпляю, и все. Привет, я Донни Пони. У меня есть обезоруживающий магнит. Правда, когда я хочу покушать, я всегда притягиваюсь к холодильнику. Всем привет! Я Фокус Покус, и я иллюзионист. Мои фокусы до сих пор не разгаданы, хотя, возможно, это настоящее волшебство. Хеллоу, я Супер Дак, и я известный каратист. И почему в начале моего имени стоит слово «суп»? Да потому что я очень люблю супчики! Здорово, я Капитан Бро, и я самый главный прилипало, ведь я капитан, да еще и про. Кстати, у меня есть супер щит, на котором можно кататься зимой, как на ледянке. Привет, я Ракопопс. И у меня есть вот такая шикарная гитара. Ее звук может сразить наповал. Кстати,
Мы иногда с Котямбой даем концерты. Я опасная альпака, зрение как лазер. Я даже издалека прожгу вас взглядом сразу. Ты не подходи ко мне, иначе будет плохо. А еще люблю я есть жареную картоху.